Здрасте. Здорово, заходите. О, весь тандем в сборе. Вы чего опаздываете, бараны? Ну так мы же в Москве. Мы возле метро негров бананами кормили. А че за кипиш? Сядь и вафельницу захлопни. Андрей Валерьевич, ну зачем так грубо? Среди нас же два человека женщин. Хватит болтать. Посмотрите лучше вот сюда. Доброго времени суток, господа. У меня к вам сильно важное и щекотливое дельце. Выкладываю суть. Дело в том, что у моего приятеля, который волею судеб живет в стране с названием Россия, юбилей. А у нас, у русских, принято поздравлять с такими датами широко и с размахом. И поэтому сердечно прошу вас передать ему от меня чисто символический, но очень драгоценный подарок. Китайская ваза династии Суй. Это уникальная вещь, и она в единственном экземпляре. Ребята, я в вас верю, и помните, еврей еврею глаз не выклет. Но вы не евреи, так что пожалейте меня, поберегите мои нервы и своей жизни. Ну чё, надеюсь, всё понятно? Ну, в принципе, да. Только я нихуя ничего не понял. Да ты, малыш, действительно баран. Значит так, поедете в банк, заберете оттуда вазу. Потом едете с этой вазой в аэропорт. Билеты на вас уже заказали. В Самаре вас встретит Антоша. Вопросы есть, вопросов нет. Ну, вообще-то есть. Ну, похуй. Говори, я тебя слушаю. А чё вы сами это не сделаете, а? Да ты охуел, что ли? А, поэтому? Да потому что вас, баклоны, никто даже досматривать не будет. И смотрите, если что, мы вас из-под земли достанем. Убить не убьем, но медленно ходить будете. И в основном под себя. Ола. Смотри, Денчик, глянь, смотри, чувак зеленый. Здорово, братиша, ты че какой зеленый? Чё, плохо тебе, что ли? Фотоплаты 100 рублей. Ништяк, давай. Здорово, братиш, ты что тут охранник? Yeah. Там, короче, за углом какой-то тип зеленый, вообще подозрительный. Имею в виду, если чё. Вот, Денчик, я сознательный гражданин. Да. Я в раю. Сахарная вата всего 100 рублей. Ништяк. Ну вот, Денчик, смотри. Это Кремль. И чё? Чё-чё? Самый высокий забор в стране. И чё? Да ничего, тупой. Надо эрудицию развивать. Смотри, Денчик. Это Сальвадор Дали. И чё? Да пошёл ты нахуй, эрудит. Смотри, сюда монеты, короче, кидают, чтобы вернуться. Да? У тебя есть мелочь? Сейчас найдём. Ты чё все наши деньги выкинул? А чё мелочиться-то, братиш? Традиция. И чё мы теперь делать будем? Будем что-нибудь предпринимать? Предпринимать из грязи. Ништяк, драм-н-бейс. Слушай, а давай хаусец. Ну это уже борщ, братиш. Давай что-нибудь наше, давай рыбчинки. Да не, это, короче, борщ, давай рыбчинку. А, нашу, да? Да. О, ништяк.
Огонь вообще! Приехали в Москву с Денчиком, угощаем пацика рэпчиком. Пацик делает нам бит, рождается новый хит. В столице появились проблемы. Жалко, нет в кармане друга Валеры. Не будем грузить тебя проблемой нашей. Слушай, кстати, как тебя зовут, а? Саша. Очень приятно. Паша. Молодец, братиш. Ништяк, держи капусточки, братан. Все, давай, удачи. А? Денег взял? Получишок, есть да, ништяк. Валю. Здравствуйте, вы от Виктора Сергеевича? Ну да, а вы от кого? Пойдемте со мной. Че, прям так сразу? А как же ухаживание? Девушка, это ущемляет мое достоинство. Может, сначала сходим в ресторан, освежим наши желудки, а?